Всем привет, мои дорогие друзья! Небольшой аукцион будет, снова коротенький. Значит, из интересного будет вот такая вот крутая монета. Вот, одна из моих любимых из этой серии. Это так называемый конь. Очень красивая монета. Ссылка будет в описании обязательно. Вот такая шикарная монета. Класс! Одна из красивейших монет. Значит, здесь такой сертификатик у нее с номером 1497, тираж 4000 штук. Классная монетка. Ну и также очень крутая монета Орлан Белохвист. Посмотрим, во сколько он уйдет или за сколько он уйдет. Номер 1662, тоже интересная информация будет. Также будет на аукционе вот такой орлан. Очень что-то резко начала дорожать монета. Интересно. Также будут рубли еще 24 года. Тут состояние не очень хорошее. Здесь состояние получше. Такое тоже состояние. Главное, что все портреты целые. Так, будет, скорее всего, либо аукцион, либо купить сейчас. Посмотрим еще насчет такой монетки. Также будет еще одна интересная монета. Одна из самых красивейших монет Украины. 10 гривен. Посвященная Олимпийским зимним играм. У нее классный, кстати, сертификат с очень прикольным номером. Посмотрите, какой номер хороший. 3 восьмерки. Вот. Также будет еще много там разных монет. По ссылке в описании переходите. Кстати, вот это мне очень нравится монета. Я считаю ее одной из самых крутых вообще монет 2-гривенных. Посмотрите, как классно сделали эти ладошки. Просто офигеть можно. Вообще красивая такая монета. Вот это интересный жетон. Черткивска Офедзива. Тираж у данных жетонов, медалей, если не ошибаюсь, то ли 15, то ли 20 тысяч штук. Вот. Город Киев. Тоже приличное количество монет, кому интересно. И еще кое-что. Меня как-то спрашивали, ребята, помню, будут ли такие монеты. Во-первых, будет вот такая штука, 100 карбованцев. Очень клевая такая здоровенная сувенирка с таким жетоном. Ладно, не буду доставать. Здесь банкнота 100 карбованцев. Прикольная банкнота. Все равно мне нравится банкнота, но, конечно, хотелось бы, чтобы было чуть получше, но так тоже прикольно очень. Вот так эта упаковка выглядит. Номер интересный 5069. Также монета, посвященная Украинской революции 1917-1921 годов. Красивая монета в сувенирной упаковке. Тоже классно сделано. Тираж у монеты 35 тысяч штук. В принципе, не очень большой. Также самолет в сувенирной упаковке Ан-32. Очень красивая подача монеты. Мне нравится. Жалко, что они раньше не делали под все монеты сувенирку. Было бы круто под Мрию или под Руслан. Тоже было бы прикольно посмотреть сувенирку. Очень красивая сувенирная упаковка, тоже Катерининская церковь. Красивая упаковка. Они все раскрыты, потому что лежат в альбоме. Ну, это с листов, короче, номер один. Я так храню все сувенирки. И вот так вот, и, ну, так удобнее мне рассматривать. Все сразу видно, она раскрытая. Прикольная подача, класс. Косивский роспись. Одна из самых, ну, я считаю, крутых монет Украины, потому что здесь у нее, короче, так называемый обратный пруф, я называю этот качество чеканки. То есть, смотрите,
Нижняя часть матовая, а верхняя часть глянцевая. Это крайне редко так чеканят монеты. Здесь наоборот, здесь поле глянцевое, а выступающая поверхность матовая. Это просто потрясающее качество чекана данных монет. Ну, я считаю, что именно Косивский роспись здесь именно прям виртуозная, именно вот НБУ, как говорится, постарался. То есть монетный двор именно постарался вот такое начеканить. Это просто супер. То есть одна из лучших подач монеты. Гуртрубчатый, классная монета. Единственное, что не сказать о сувенирке. Здесь такой интересный лак. Короче, если много раз вот так открывать-закрывать, то вот это все будет трескаться. Это сувенирка. Вот прямо с банка я взял, раскрыл ее, и она уже, смотрите, как потрескалась. А я представляю, если ее постоянно вот так юзать туда-сюда, то все потрескается. Но красиво, видите, глянцевые элементы. То есть, ну, сделали так. Недешево эту упаковочку. Красивая упаковка, тираж у монеты 40 тысяч штук. И еще одна наикрасивейшая монета Украины, посвященная театру оперы и балета имени Шевченко в Киеве. Я был в этом театре, офигенный вообще, ну просто супер театр. Мне так понравилось там внутри. Все, кто живет в Киеве, сходите, если кто не был, кто будет в Киеве проездом, обязательно сходите в этот театр. Он реально супер красивый, он очень такой необычный, у него, ну, красивое такое вот убранство, скажем так. Он очень классно сделан, сам этот театр. Реально классное здание, и мне нравится, что выпустили монету 20 гривен такую же. Она с позолотой, вообще одна из красивейших монет Украины, именно ну, с позолотой, посвященная 150 лет этому театру. Вообще супер театр. Ну а самое интересное, это, конечно же, Орлан. Я, конечно, удивлен, что он очень сильно сейчас подорожал. И рост у данной монеты продолжается. Не знаю, почему Марина, конечно, отстает от него. Это очень странно. Марина сейчас можно купить 1700, 1800, там, до 2000 гривен. А вот Орлан уже улетел за 3000, там, к 4000 добирается. Как вы думаете, с чем это связано? Напишите свое мнение в комментариях, почему Орлан не дорожает. Если взять ту же совку раскишну, у которой тоже тираж 2,5, она тоже не сильно особо дорожает. Но Марина из них, на удивление, самая недорогая. Хотя Марина очень красивая рыба. Посмотрите, у нее как будто бы 4 глаза. Кто смотрел «Аватар», вы помните, там по 4 глаза было у зверей. Вот, и здесь тоже как будто вот один глаз, вот второй. Вот так интересно ее сделали, что кажется, что у рыбы это 4 глаза. Монета тоже очень красивая. Сама рыбеха такая здоровенная, здоровая чешуя. Классно сделана монета. Но почему-то она не дорожает еще. Я жду ваше мнение, с чем это связано. Почему орел так сильно улетел? Я не спорю, что орел, конечно, ну, более такая, скажем так, хищная, красивая птица. Но как-то он сильно оторвался. То есть они шли всегда рядом. Даже Марина в моменте была дороже чуть-чуть, чем орел, когда только вышла. Когда вышел орел, орел как-то не сильно взлетал. Я помню, когда я говорил вам всем покупать, он стоил 1250, 1200, еще и не хотели. И не верили, еще и крутили носом. А сейчас он за 3000 улетел. А вот Марина пока еще отстает. Так же, как и совка. Хотя совку уже по 1500 мы покупали в банке. То есть изначально совка заходила очень дорого. Вот, в НБУ у нее цена долетала до 2000 гривен. Что сейчас с совкой происходит, я не следил. Кто знает, напишите в комментариях, сколько сейчас совка стоит. А также, сколько стоит Марина, по вашему мнению, должна. Почему она отстает от Орла? Хотя она раньше гораздо вышла. Она все-таки 18-го года, Орел 19-го года. Это очень странная история. Мне совершенно непонятно. Ну, а также еще сам прикол этих монет. Они все бракованные, они все имеют поворот. То есть орел должен изначально вот так быть,
А здесь, видите, поворот. Тогда, если мы поворачиваем сюда, то орел у нас, видите, как падает. То есть он не стоит ровно. Вот. Также и эта рыба, она, получается, должна... Рисунок должен быть вот так на монете. Если мы переворачиваем, у нас перекос. Если мы выставляем, центруем здесь, то у нас рыба, видите, плывет вниз. То есть что-то на монетном дворе пошло не так, и почему-то две эти монеты, при том, что в цветном исполнении, что в серебряном, они все имеют какую-то подвижку аверс-реверс. В общем, такой обзорчик интересных лотов, которые вы можете найти по ссылке в описании. Также вы можете следить просто за этим, для того, чтобы прицениться, узнать, почем вы можете продать свои, грубо говоря, монеты, когда дойдет стоимость до определенных моментов. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем удачи, пока!